политика. Гитарка уменьшилась, как сказал доктор. Он знает, да. Плохой симптом. Или хороший? Созрело. Тут, как человеку, который работает на радио, мне приходится вставать иногда очень рано, иногда график самый разный. Иногда встаешь в 4, поехал на работу и бодрячком с 7 утра! Иногда, к счастью, удается поспать, и тогда спишь до 12. Вот. Но вот этот утренний будильник, который звонит и который поднимает тебя, а по привычке ты же лег спать в 1:30, а если еще там стишок какой-то сочинялся, то и в 2:30. Ну и, в общем, получается так, что... В общем, я написал романтик такой небольшой на известную мелодию об этом. Да? А мы сейчас сделаем тебе. Сделаем вот так? Да, 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 да. Можно и так. Ну, в принципе, она громкая, это укулеле. Однозвучно гудит холодильник, и дорога видна из окна. Ты, наверное, ждешь рифмы, будильник. Ну так вот она, на. Сколько чувств в том утреннем писке, сколько страсти в нем, сколько любви. Что хватаешь его, как сосиску. Ты ведь ждал этой рифмы, лови. И швырнув его силой о стену, ты опять закрываешь глаза. Но от мысли, что надо на смену, набегает, как искра, слеза. А пока ты стоишь у порога, в душу вновь проникает тоска. И будильник издох, а дорога предо мной далека, далека. Ну, теперь уже в таком традиционном ключе, поскольку тут было приказано петь для женщин и про женщин, то деваться некуда. Шнурок. Кадастр. Поскольку не мастер. Женщина с каменным сердцем. Подключиться. Правильно. Слышно нормально, да? Будет еще лучше. Я вот палец, видите, палец замотал. Мне повезло, потому что наш звукорежиссер, тут звонил ему мой напарник Григорий Заречный, с которым мы обычно играем вдвоем. Он звонит ему и говорит: Саша, вот надо тут записать какую-то вещь. Вот, Саша, я то включил, да? Надо записать там то-то. Он говорит: да, только я сейчас по врачам немножко занят. Через 2 недели он ему звонит, говорит: Саша, надо вот записать новую вещь. Он говорит: да я просто сейчас по врачам. Я готов, да, запишем, но просто я сейчас... Он говорит: что случилось у тебя? Да, я, говорит, извините, делал ремонт и случайно электропилой отпилил себе указательный палец. Но мне повезло просто. А Гриша ему так с участием говорит: а как же ты теперь будешь делать Ctrl-C, Ctrl-V? Ну, в общем, короче, мне просто повезло. Я резал апельсин и не глубоко. Женщина с каменным сердцем смотрит в себя и все время молчит. У нее разгрузка и берцы, на поясе меч, за плечами щит. Новые краги и старые раны, лучше не подходи.
Ты еще только строишь планы, а у нее уже все позади. Ей повторяют веками женщина с каменным сердцем. Сердце не камень, женщина с каменным сердцем. Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем. Она отвечает: «Don't touch me», женщина с каменным сердцем. Женщина с каменным сердцем никого не слушает давным-давно. Когда ей говорят: «Распахни к сердцу дверцу», ей даже не смешно. Она молчит в ответ и уходит, потому что всегда одна. Мы говорим о еде и погоде, а у нее каждый день война. Ей повторяют веками: «Женщина с каменным сердцем». Сердце не камень, женщина с каменным сердцем. Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем. Она говорит: «Ты не нужен, скрипач», женщина с каменным сердцем. Женщина с сердцем из камня. Под камень лежачий, вода не течет. И не надоест искать мне что-то, что сможет помочь ей еще. Но эта женщина знает точно, ее главный враг – вода. Вода постепенно камень точит. И что ж ей без сердца жить тогда? Ей повторяют веками женщина с каменным сердцем. Сердце не камень, женщина с каменным сердцем. Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем. Она говорит: «А ты кто, мой врач?» Женщина с каменным сердцем. Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем. Она говорит: «Don't touch me». Она говорит: «Ты не нужен, скрипач». Она говорит: «А ты кто, мой врач? Что ты лезешь-то в душу, женщина?» Ну и по заявкам Юры Манишина пришла на, как принято говорить, пришла на 100-рублевой купюре заявка. Пролетающих женщин. Будто бы я снова влюблен, я рвался в полет, но не получался он. Брел наугад, не знаю куда, над горизонтом висела звезда, манила меня в дальние города. Какие девушки летают над Парижем, они летают, поднимаясь в облака. Я просил одну спустись немного ниже, она же просто улыбалась свысока. Большой океан, я наплевал на боль и обман, сам себе был боцман, сам капитан. В берег крутой билась волна, дни напролет я смотрел из окна и в небо орал: «А ну-ка, спускайтесь к нам!» Какие барышни парят над Сан-Франциско в высокомерном ожидании любви. Ах, я просил одну, но никого к себе не пускают близко и не снисходят вниз, зови их, не зови. Я посетил все города, но никого из летающих дам не смог убедить спуститься ко мне сюда.
они говорили, я не твоя. Они мне твердили, что я, мол, не я. И все посылали меня в родные края. Какие бабоньки летают над Россией, могучей грудью разгоняя облака. Не рванутся вниз, ты только попроси. Рванутся, рухнут и прибьют наверняка. У нас есть еще номер. Сюрприз. Да ладно. Опять угадь.